Друзья, у нас новости, которые нельзя пропустить. Выяснилось, что Филипп Бедросович все-таки пока не настолько продвинут, чтобы совсем лишать своих малышей материнской ласки. К ближайшему кругу Киркорова относится некая женщина, Наталья Ефремова, родом с Украины, которая, по слухам, постоянно проживает вместе с детьми певца в его роскошном загородном доме. Сами дети называют эту женщину мамой Наташей. По официальной информации, Наталья Ефремова является их крестной, но по неофициальной именно она и есть биологическая мать наследников одиозного мэтра российского шоу-биза. Если сравнить фотографии самой Натальи и обоих детей Филиппа Бедросовича, то их родство лично, на мой взгляд, более чем вероятно. По одной из версий, женщина предоставила свой биологический материал только для рождения младшего Мартина, а у Аллы Виктории другая мама. Но я считаю, что это бред. Например, у того же Сергея Лазарева оба ребенка на 100% родные. Он сам об этом говорил в интервью. Полагаю, что у Киркорова то же самое. Одна мать и один отец. Но вынашивали детей разные суррогатки, идентично ситуации с Лазаревым. И дочь Филиппа, Алла Виктория, и его сын Мартин оба родились в США и являются гражданами этой страны. Вынашивали и рожали их разные женщины. Дети появились на свет с разницей в 7 месяцев. О том, что вместе с детьми в особняке Киркорова проживает некая дама, журналистам стало известно случайно. Приехав к Филиппу снимать передачу, от Мартина и Аллы Виктории они узнали, что дети живут не только с папой, у ребят есть и мама. Брат и сестра показали рисунки, на которых изображены родители и они сами. Тогда певцу пришлось признаться, что да, так и есть, но якобы их мать не любит публичности и предпочитает держаться в тени. Что известно об этой женщине, помимо того, что она с Украины? Наталья Ефремова родилась во Львове в 1967 году, позднее перебралась в Москву. С Киркоровым знакома с 2006 года. Она работала в модном бутике, где певец часто покупал себе сценические наряды. У Натальи есть старший сын, уже взрослый парень, 1996 года рождения, который также живет в Москве в отдельной квартире. По слухам, у женщины есть свой прибыльный бизнес, также связанный с модной индустрией, который она развивала не без помощи певца. Помимо Натальи, вместе с детьми в загородном доме проживают отец Филиппа, то есть дедушка ребят, и его тетя Мари, которая им вместо бабушки. Все праздники семья отмечает вместе. Ефремова, безусловно, является ее полноправным членом, но с Киркоровым они никогда не были влюбленной парой и официально не женаты. Таким образом, мы видим, что домашняя и семейная атмосфера у детей Филиппа Бедросовича более чем благоприятная, учитывая, что они растут в роскоши, у них есть мама, бабушка и дедушка. Папа тоже есть. Но он, как я поняла, много работает и постоянно занят. Дети видят его не так часто, зато всегда под завязку нагруженного подарками. У поп-короля своя тайная и весьма специфическая личная жизнь, которую он последние годы старался не афишировать. Тем не менее, премия Муз-ТВ 2021 года расставила все по своим местам. Видимо, певец устал прятаться.